Сегодня Беларусь – единственное государство на постсоветском пространстве, которому удалось почти полностью сохранить свою промышленность и обеспечить ее плавный переход в новые экономические условия. И кто бы что ни говорил, это бесспорный факт. Белорусский опыт, на наш взгляд, очень интересен и заслуживает пристального внимания. Особенно он может быть поучителен тем, кто еще продолжает верить во всемогущество так называемой невидимой руки рынка. Белорусский подход к решению проблем развития реального сектора экономики коренным образом отличается от российского, как по содержанию, так и по полученным результатам. И ключевая особенность этого подхода в решающей роли государства в развитии страны и ее экономики. Благодаря именно этому подходу белорусам удалось сохранить и приумножить все то, что досталось ей от СССР. Была в свое время разработана программа развития промышленного комплекса страны на такой долгосрочный период, как 1998-2015 годы. Плавный переходный период – это, скажем, гениальное решение государства. Удалось сохранить интеллектуальные ресурсы, технические. Такое пристальное внимание государства к промышленности вполне объяснимо. Ведь ни для кого не секрет, что промышленность и люди, которые в ней трудятся, весь реальный сектор экономики, является тем локомотивом, который тянет за собой и образование, и систему подготовки кадров, и науку, и социальную сферу. В этом плане белорусы сделали точный выбор. Руководство предприятия выбрало для себя наиболее правильную политику. Это прежде всего сохранить производственные мощности, коллектив. В Беларуси около 70% активов реального сектора экономики принадлежит государству. При переходе промышленности в рыночные условия, при модернизации производств, именно господдержка обеспечила успех. Результаты этой политики можно увидеть на примере БелАЗа. На сегодняшний день это один из крупнейших в мире производителей карьерной техники. Вдумайтесь, каждый третий на планете карьерный самосвал производится на белорусском автогиганте. Необходимо отдать должное руководству страны, что оно предоставило все возможности к эффективной работе предприятия, как на внешних рынках, так и в вопросах определения своей технической политики по объектам производства, что мы должны производить, для какого потребителя, по каким ценам. Именно благодаря этому БелАЗ сегодня имеет успех на многих зарубежных рынках. В трудные времена, когда всем было тяжело, мы хоть на четырехдневку перешли, но мы работали, понимаете. Людей отправляли на какие-то под другие работы, подсобные, но завод ни в коем случае не закрывался. Мы выстояли. Но это как-то совсем не по-нашему, не по-рыночному. Ведь все неэффективное должно исчезнуть, необходимо создавать конкурентную среду и так далее, и так далее. Вы никогда не задумывались, что наши российские рыночники похожи на человека, который никогда не имел в своем хозяйстве ни молотка, ни плоскогубцев? В Беларуси же наперекор реалиям смутного времени не выбросили ни молоток с плоскогубцами и не кинули трудовые коллективы в рынок вниз головой. Поэтому мы так и сохранились. То есть у рабочих напряженности мы не чувствовали этой. У нас была какая-то стабильность, комфортность, ну и уверенность в завтрашнем дне. Работающая промышленность потянула за собой систему подготовки кадров. Средние специальные, высшие учебные заведения, их студенты стали востребованными и тесно взаимодействуют с предприятиями. Предприятия, в свою очередь, дают возможность повышения квалификации, карьерного роста и решают социальные проблемы молодых работников. Приятно работать. Работа, как и по выпуску больших серий деталей, так и индивидуальная, интеллектуальная, ну и само собой творческая. Получается, с любого куска металла могу сделать любую деталь, как говорится. Молодежь идет. Ну и здесь можно реализоваться, здесь есть перспектива. Можно даже меня взять в пример. Я в 2007 году пришел на этот участок рабочим,
И вот от рабочего буквально за 4 года начальником производства вырос. Государственный подход к решению кадровой проблемы позволил Беларуси избежать российской беды – разрыва поколений на промышленных предприятиях. Специалисты высокой квалификации, они были и есть, и будут всегда востребованы. Их всегда не хватает. Поэтому понятия разрыва поколений у нас, я бы сказал, нет. У нас есть понятие, что квалификация специалистов должна быть еще выше и выше. Действительно, развитие передовых технологий на предприятиях Беларуси предъявляет все новые требования к квалификации рабочих и инженеров. Тестирование и конкурсный отбор при приеме на работу – здесь обычное дело. На наше предприятие в настоящее время существует конкурсный отбор. Человек пришел, как ГАИ сдает на компьютере тестирование, получает количество набранных баллов и поступает на предприятие. Сдал на 3 балла, получил на 1 год контракт. Сдал на 4, получил на 3 года. Сдал на 5, 5 лет. Средний возраст тракторозаводца 39,7 года. Третья часть молодежи в возрасте до 31 года. Когда в цехе видишь столько молодых людей, столько молодых и красивых лиц, понимаешь, что у промышленности страны есть будущее. Да и с демографией все будет в порядке. У нас рядышком с нашим заводом находится колледж машиностроительный, который готовит специалистов для, и в том числе для завода. Приходят молодые ребята, которые могут получить определенные рабочие специальности прямо на заводе. Поэтому эта система подготовки кадров, она сохранена и дальше развивается. ЗАО «Атлант» сотрудничает сегодня с рядом учебных заведений, с ведущими вузами страны. У нас порядка 9-10 договоров о постоянном сотрудничестве. Высокий спрос предприятий на высококвалифицированные кадры стимулирует развитие образования, прикладной и фундаментальной науки в стране. Говоря простым языком, здесь наука очень тесно связана с производством. То есть мы работаем в сотрудничестве с Академией наук, с вузами, университетами, которые занимаются подготовкой специалистов. У нас даже на заводе кафедра, отделение кафедры БНТУ существует. Я бы так сказал, что на сегодняшний день существует очень тесная связь науки и производства. Я бы в этой связи еще поставил вузовскую науку, потому что это та часть, которая обеспечивает как научную деятельность, так и обеспечивает кадрами наше предприятие. В советское время Беларусь славилась своей электронной промышленностью. За последние десятилетия ее удалось не только сохранить, но и придать ей новый импульс развития. Крупнейшие предприятия этой отрасли – объединение «Интеграл». Это одна из компаний на бывшем постсоветском пространстве, которая в настоящее время довольно успешно работает в области микроэлектроники, как теперь модно говорить, в области нанотехнологий. На предприятии хорошо знают, что успех основывается не только на сохранении наработанного потенциала, но и на собственных, оригинальных разработках и, конечно, использовании внутренних резервов. Все наши технологические процессы, а их типовых порядка 25, разработаны силами наших технологов, разработчиков или нашего дизайн-центра или заводских. Кстати, в объединении большая часть изделий, которого носит оборонный характер, имеет свой собственный взгляд на срывы запусков ракет в России. Ну, может быть, это жесткое заявление или сильно, скажем так, рисковатое, но мне кажется, что если бы на государственном уровне нас не считали в России иностранцами, то не произошло бы тех моментов с запусками космических кораблей, ну, так называемой закладки, для кого секрет, которые в нужный момент могут сработать. Мы себе этого для дружественной страны позволить не можем. Плавный переход высокотехнологичных отраслей экономики в новые экономические условия на практике означал проведение масштабной модернизации, в которой по полной программе используются возможности внутреннего рынка. В Белоруссии с прилавков магазинов исчезают товары импортного ширпотреба. Ведь сейчас белорусские товары не только не уступают зарубежным, но и превосходят их по качеству и бьют по цене. Вот почему обычные граждане предпочитают покупать свое, родное.
Основную массу товара, который реализуют наши предприятия, составляют товары производства Республики Беларусь. Их удельный вес в общем объеме продаж занимает около 80%. У нас представлены товары всех производителей в равной степени доступности, так как и есть товары китайского производства, есть товары Российской Федерации, есть товары украинского производства, есть товары производства дальнего зарубежья. Наш покупатель голосует рублем. И так во всем. В магазинах свои белорусские товары, на полях свои трактора и уборочная техника, на улицах автобусы, трамваи и троллейбусы, сошедшие с конвейеров белорусских заводов. Внутренний рынок белорусы не отдали иностранцам, сумели сохранить его за собой и не в приказном порядке, а за счет честной конкуренции. Наши продукции конкурируют с западной продукцией. Ранее мы закупали комплектующие наши изделия импортного производства, сегодня производим сами. Собственникам стоит задача в том, чтобы обеспечить себе безопасность экономическую, не быть зависимыми от других предприятий. Быстрый рост валового внутреннего продукта, а также самая низкая среди республик бывшего Советского Союза и стран Восточной Европы безработица – вот вам результаты государственной программы по поддержке промышленности. За этот период среднегодовой темп роста промышленного производства у нас в республике составлял 180,5%. Для сравнения, конечно, с европейские страны рады и 2-3% роста. И за эти годы, благодаря тому, что мы вот так прирастали, доля промышленности в мировом объеме производства, в мировом объеме экспорта выросла более чем в два раза. По отчетам Европейского банка реконструкции и развития, в Беларуси значительно улучшились условия для ведения бизнеса. Государству удалось создать привлекательный инвестиционный климат. И как следствие, иностранных инвесторов на белорусской земле становится с каждым годом все больше. Мы видим несколько причин успешного сотрудничества с Беларусью. Первое – это безопасность и созданный в стране хороший инвестиционный климат. Вторая причина – это высокий уровень образования и квалификации работников. Все это открывает перед бизнесом большие перспективы. Высокий технологический уровень и большой кадровый потенциал на предприятии «Горизонт» позволяет выпускать не только собственную продукцию. Здесь успешно осваивают и мировые бренды. Ведь для иностранцев, прежде всего, важны понятные и простые правила. Предсказуемость власти, отсутствие коррупции и разумная рентабельность. Кстати, и российские крупные производители бытовой техники в последнее время стали охотно переносить производство в Беларусь. Такая вот задача была поставлена в свое время руководством страны по выходу республики в страну в рейтинге стран с наилучшим инвестиционным климатом. И надо сказать, что этим мы не удовлетворены и стараемся идти еще дальше для того, чтобы привлекать инвесторов в страну. Уровень рентабельности он на сегодняшний день позволяет быть конкурентными и рыночными по всему миру. То есть мы конкурируем с другими заводами, которые находятся в том числе и в Российской Федерации, в Чехии, в Польше, то есть в Европе. И это касается не только бытовой техники, производства автопрома, легкой промышленности и сельского хозяйства. Инвестиции идут на развитие современной IT-индустрии. За последние годы эта отрасль экономики Белоруссии совершила настоящий прорыв. Белорусская силиконовая долина, опираясь на поддержку государства, превратилась в один из самых успешных европейских проектов. Авторитетный бизнес-журнал Forbes в одном из последних номеров отмечает, что по доходам от IT-экспорта на душу населения Белоруссия уже сравнялась с Индией и обогнала Россию. То, что Белоруссия приняла специальные льготы, по сути дела, позволяет нам конкурировать глобально. На уровне страны были приняты решения, которые позволяют вот развивать IT-индустрию. Белоруссия, несмотря на относительно маленький размер страны, населения, достаточно хорошо стало заметно на международной карте IT-сервисов. Особенно после того, как был принят закон по поддержке вот IT-индустрии, связанной с парком высоких технологий. Сегодня парк высоких технологий развивается такими темпами, что за интеллектуальной составляющей не поспевает строительная.
То есть на самом деле парк высоких технологий, он стал, наверное, фактором определенного имиджа Республики Беларусь наряду с традиционным имиджем. Иностранные инвестиции в Беларусь за 2002-2012 годы возросли в 13 раз, а объем внешней торговли – в 4 раза. В стране в последние годы было создано более 4000 предприятий с участием зарубежных инвесторов, в том числе 2000 из них – исключительно иностранные предприятия. Наше предприятие работает в Республике Беларусь с 1994 года. Вот уже 15 лет, как мы выпускаем продукцию на собственных производственных мощностях. То есть вот этот современный производственно-логистический центр был построен в Республике Беларусь благодаря прямым иностранным инвестициям. Открыв двери для иностранного бизнеса, в Беларуси четко следят за тем, чтобы эти предприятия в перспективе работали за счет комплектующих и материалов белорусского производства. Можно точно посчитать, насколько выгоден такой подход для успешного развития экономики и создания новых рабочих мест. На сегодняшний день 92% от общего количества поставщиков – это белорусские предприятия. Значит, это в общем. Если говорить по услугам, то там этот показатель практически 100%. Имеет место эффект мультипликации, когда создание одного рабочего места на нашем предприятии создает 8 рабочих мест в смежных областях. Примеры эффективного управления промышленностью можно наблюдать не только там, где существует госконтроль. Качественную работу мы увидели и на частных предприятиях, где доля государственного участия невелика. К примеру, в холдинге «Амкадор» она составляет всего 15%. Мы на сегодняшний день имеем, наверное, около 70% белорусского рынка по той гамме продукции, которую реализует «Амкадор». Продукция «Амкадора» поставляется в 30 стран мира и насчитывает более 80 моделей изделий. 60% деталей агрегатов выпускается на самом предприятии. Это не просто хороший показатель, это уровень мирового класса. И как следствие, новые многомиллионные заказы, новые страны сбыта, новые возможности для развития. Это сегодня конкретные поставки, связанные с Венесуэлой. В проработке сегодня Бразилия, Аргентина и Куба. Работаем с ЮАР и с Мозамбиком. На сегодняшний день есть программа по разработке техники для стран Евросоюза. Рентабельность нашего производства 16,5% по результатам 7 месяцев. В разговорах с представителями бизнеса мы ясно чувствовали, что они выстраивают не только свой бизнес. Они, уж простите за высокий слог, строят страну. Страну, в которой хотят жить сами, где будут жить их дети и внуки. Продукцию белорусской промышленности знают в десятках стран мира. Около 70% произведенных здесь товаров – это экспорт с высокой добавленной стоимостью. В стране создан привлекательный инвестиционный климат. И кто бы что ни говорил о белорусской экономике, результат очевиден. Те инвестиции, те меры, которые государство у нас предпринимало, дало свой результат и дало свою эффективность. В принципе, раз госпредприятия так нормально работают, значит, государство может быть эффективным собственником. По Конституции Беларусь – социальное государство. Этому требованию соответствует белорусская общенациональная идея, которая обрела форму официальной государственной идеологии. Звучит она понятно и просто. Государство для народа. Потому что социальная ориентированность – это то направление, которое избрано в государстве. И, в принципе, если бы не было той социальной сферы на предприятиях, тех условий, которые предприятия создают для своих работников, мы бы и не имели высококвалифицированных специалистов на этих предприятиях, мы бы их потеряли. Опять же, я не в укор, а просто сравниваю процессы. Значит, в России, особенно вот в момент, когда шла приватизация у вас, я не однажды читал вашего идеолога Чубайса о том, что надо
уходить от социальной сферы. И это так и было. К счастью, мы таким путем не пошли. В Беларуси понимают, что главным потенциалом любого производства, да и страны в целом, является человек. Забота о здоровье людей, поддержание социальной сферы стало одним из важнейших направлений работы промышленных предприятий. И, конечно же, главное мы в этом видим – это здоровый работник, он сегодня нужен предприятию. И поэтому завод идет на эти вещи и с прибыли финансирует работу этих всех объектов. Сегодня не ставится вопрос, значит, о стопроцентной окупаемости этих объектов. У нас сохранено бесплатное лечение в медицинском центре МТЗ, значит, организация досуга в Дворце культуры, в Доме физкультуры и спортивном клубе «Трактор», отдых в санатории, а также оздоровление детей в пионерском лагере «Беларусь». Кроме того, мы сохранили детские дошкольные учреждения, у наших 8 детских садиков. ЗАО «Атлант» есть сегодня 2 санатория-профилактория, 2 спортивных комплекса, мощнейшая медсанчасть, которая находится на Минском заводе холодильников. Есть комплекс столовых, который обеспечивает горячим питанием. И это далеко еще не все, что имеется в социальном плане на ЗАО «Атлант». Они сохранены, они действуют в полном объеме. Почти все предприятия здесь оставили на своем балансе дома отдыха и пионерские лагеря, спортивные комплексы и поликлиники, детские сады и ясли. А наш вопрос о том, есть ли очереди в садике, приводит белорусов в недоумение. Да, можно устроить ребенка в сад. То есть, по факту, можно было прийти, говорить, что ребенок нуждается в этом, и вопрос решался. Устроиться в садик у нас можно. Ну, в зависимости от района, конечно, есть свои нюансы. Но вот если я живу в Ленинском районе, то садов хватает, и дети идут. То есть все равно родившийся ребенок записывается на очередь на постановку в детский сад. Но чтобы ребенок не попал в сад, я такого не слышал. Для простого человека жилищный вопрос всегда был самым болезненным. В Беларуси и тут нашли свой выход. Предприятия сами строят жилье для своих работников. Завод мне помог. Помог материально, под небольшой процент я смогла взять, ну как бы кредит, выплатить, построить свою квартиру. Квартиру мы получили в декабре прошлого года, 2011 года. Программа у нас была на предприятии. Благодаря этой программе мы имели возможность построить себе квартиру за квадратный метр $600. То есть практически в два раза дешевле, нежели чем на рынке. Плюс еще имели возможность получить льготный кредит на 20 лет. Мы подсчитали, что при 5% ставки кредита, выделенного предприятием на приобретение жилья сроком на 20 лет, и инфляции в 15%, квартира рыночной стоимостью $80 000 в итоге обойдется семье всего в 16 тысяч. И в такой семье вполне обоснованно надеются, что уже через 3 года смогут полностью рассчитаться за квартиру. В республике существует несколько жилищных программ, но есть и уникальная, рассчитанная на многодетные семьи. И она не просто декларируется на словах, она осуществляется на деле. К примеру, при рождении ребенка с остатка кредита государство списывает стоимость 20 квадратных метров. При рождении второго ребенка, соответственно, еще 20 квадратов идет на погашение кредита. И еще. Для некоторых специалистов, нуждающихся в жилье, квартирный вопрос решают забытым для россиян способом. Есть у нас, кто живет на квартире, например, молодая семья, завод наш платит почти полностью стоимость квартиры. Ну как, ну, на квартире живет молодежь, завод оплачивает им жилье. Представляете, то какое подспорье для молодой среды. Увидев реальное положение дел на ведущих промышленных предприятиях Беларуси, почувствовав обстановку в трудовых коллективах, невольно задаешься вопросом, почему у них получается, а у нас нет? Как нам показалось, ответ на этот вопрос лежит на поверхности и заключается в том, что главной целью всех преобразований в Беларуси является не квалифицированный потребитель, а человек труда – созидатель.